Добрый день, дорогие друзья, с вами Ирина Свиридова, и я вам показываю две вещи из новинок следующего каталога, который будет номер 6 с понедельника. Сначала у нас вот такой свитшот с воротником пола. Вот такой здесь у нас на кнопочках все это дело. У нас резинка на манжете, у нас резинка внизу, и свитшот получается короткий, он получается примерно до талии. Здесь внутри у нас вот такая вот выделка, если вы видите, надеюсь. Он такой плотненький, я бы сказала. У нас в прошлом году были джемперы и кюлоты вот такого же качества. Там был джемпер с треугольным вырезом и кюлоты такие короткие. Их было большое количество в цвета. Вот этот свитшот с воротником пола цвет фисташковый стоит 2599. Это размерка L. И следующая новинка следующего же каталога – это вот такая вот жилетка. Вот у нас джемпер был, но у него был, по-моему, немножко шире вырез. Здесь вот такой рукав у нас. Внутри он точно такой же, немножко даже шершавенький, я бы сказала. Здесь у нас хлопок. Здесь у нас 80% хлопка и 20% полиэстера, и там, и там. Жилет размер лиловый стоит 1699 рублей. Там будет по низу. И он, кстати, длинный будет. То есть он ниже талии. Я думаю, так где-то до середины бедра, может быть, где-то так. Вот, на качество очень приятное. Они, на мой взгляд, плотные. Это вот, наверное, на межсезонье где-то можно. Или на прохладный вечер утром. Всего вам доброго!